Согласно указанию начальника департамента полиции Жамбылской области, изменениям, внесенным в Кодекс РК о здоровье народа и системе здравоохранения, сотрудниками полиции проводятся рейдовые мероприятия в развлекательных заведениях на территории города Тарас. По итогам последнего рейда зарегистрировано 7 фактов по статье 301.1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Кальян – прибор для курения, отличительной особенностью которого является длинный путь прохождения дыма от его источника до рта курильщика и наличие емкости с водой, через которую этот дым проходит. По имеющимся данным, кальяны потребляет в основном молодежь. Костяк возрастной группы составляют люди в возрасте от 21 до 30 лет. В развлекательных заведениях, общественных местах выявлено 18 фактов употребления кальяна. По каждому из них составлен административный протокол. В развлекательных заведениях, где проводился рейд, розданы информационные диски с информацией о запрете курения кальяна. Все факты выявлены в городе Тарас. В настоящее время в рамках досудебного расследования назначена судебно-химическая экспертиза. Согласно заключению экспертизы, будет принято окончательное процессуальное решение, сказал начальник отдела местной полицейской службы ОП города Тарас, майор полиции Нуржан Кирибаев. Рейдовые мероприятия в данном направлении ежедневно проводятся сотрудниками полиции на территории областного центра. Департамент полиции Жамбылской области напоминает о том, что за нарушение запрета потребления табачных изделий в общественных местах грозит штраф в размере 15 МРП.